Доброе утро, друзья. Это Анапа. Сегодня 14 октября 2020 года. Раннее утро. И Андрей вот со своим скарбом сейчас поедет в отель. Не будем пока называть его название, где он будет работать. Так, вот уже идет поиск машины. Вот. Андрей, ну давай, как настроение у тебя? Ну, нормальное. Боевое? Утреннее, да. Угу. Нормальное. Только какое-то это немножко виловатое. Что-то я, видимо, адаптируюсь к климату. Не, ну понятно, да. Да, это 100%, что идет адаптация. И у тебя она еще, я сейчас скажу, идет достаточно хорошо. Вот, ну вот такие дела. Сейчас Андрей уезжает, и я не еду, потому что там уже как бы Андрей едет на место, уже знает куда, потому что он вчера съездил на разведку. Вот, после обеда я ему позвоню, и первые, так, его впечатления, итоги, как он обустроился, я узнаю и уже расскажу вам, дорогие друзья. Вот, ну давайте пожелаем Андрею приятной поездки. Давай, Андрей. От меня и от всех наших зрителей, которые тоже за тебя переживают. Вот. Ну все. Счастливой дороги. Как-то медленно едет такси. Но зато я здесь увидел тракторный переулок, который никогда не видел, оказывается, здесь рядом. Вот. И сейчас вот он уже подъезжает. Ну все, Андрей, давай. Да, удивительно. Пока, счастливо. Я позвоню тебе. Ну, уже дело к вечеру. Ну, про Андрея. Значит, у Андрея сегодня первый день закончился. Он мне позвонил буквально несколько минут назад. Я вот возвращался с нашего клуба позитивного общения. Звонит Андрей, радостный, говорит, что первый день прошел хорошо, было, говорит, маленькое приключение, там ключ, говорит, от его комнаты застрял, и он его не смог вытащить. Вот. В целом все закончилось благополучно, ему выдали форму оранжевую, значит, футболку и комбинезон. Вот фотография, которую он прислал. Такой Андрей. Я говорю, а ботинки выдали? Не, ботинок, говорит, пока нету. Ладно. В общем, первый день прошел, все нормально. Он знакомился с объемом работ, с территорией, с людьми, с охраной, с какими-то работниками. Там сейчас делают ремонты, ремонтируют какие-то помещения. Ну, в общем, все нормально. Комната на одного человека, там, как бы, говорит, две кровати стоит в комнате, но живет он сейчас один, хотя другие работники живут тоже, ну, в других комнатах, тоже отдельно. Вот. Есть, говорит, кухня буквально здесь же рядом, то есть в этом же общежитии, через две двери, говорит, кухня. На кухне есть все необходимое для готовки пищи, чайник, там, плита. Вот, с кормлением пока он не решил вопрос, пока присматривается, пока сам самостоятельно питается. А вообще там, говорит, он видел объявление, что нужно заплатить какую-то сумму и будет еще питание. Но он пока решил вот пока присмотреться, что как, потом посмотрит. Душ тоже есть рядом, ну, общий, не в комнате.
Ну, в целом нормально. Вот. Он говорит, в комнате, я говорю, а в комнате как у тебя там, ну, не прохладно? Он говорит, наоборот, говорит, жарко. Я, говорит, включил кондиционер. Я говорю, о, еще у тебя в комнате и кондиционер есть? Он говорит, да, есть в комнате кондиционер. Вот, ну, насчет телевизора я что-то его не спросил. Вот, есть ли у него там телевизор. Ну, вот такие дела. Вот так прошел у Андрея день, он, главное, доволен. С момента его приезда прошло еще только сколько? Двое суток, и вот он уже работает. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ. Пока.